Ребята, всем здорово, Саныч на связи, я вас их очень рад приветствовать. Сегодня данная особа нам поведает, какой же девиз есть у мужчин. Помните, раньше девиз мужчин звучал как «пришел, увидел, победил». Сейчас, мне кажется, он звучит чуточку иначе. Попытался, испугался, убежал. Помните, раньше... И правильно сделал, что убежал, что у нормального мужчины будет девиз. Пришел, оценил ситуацию, взвесил все за и против. Подумал, а нахрен оно мне надо было бы, вот это вообще все. И только потом сделал выводы, делать что-то или нет. Тем более в плане с женщинами, там, обеспечение, и ты так, вот это вся лабудень. Там даже думать не надо, там просто развернулся и ушел. Не испугался, просто развернулся и ушел. Взаимодействовать с женщинами, пожалуйста, по природному назначению. А вот это вот все, это пустое, это лишнее.